Давай, да давай. Что? Я со мной рахит. Пацаны, помогите. Красиво обманул вас. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, енот, крошка, крошка. Пацанчики, поздравайтесь. Всем Боба. Да. Всем понравилась рубрика «Аниматроники пугают охранника» и «Когда я играю за аниматроника». И мы скачали сегодня новую пиццерию, которая вышла буквально пару часов назад. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание «Аниматроники пугают охранника». Погнали. Блин, прикольная анимашка. Да какой он еще идет, он дед пердун. Я быстро могу идти. Расскажешь, когда позвонишь. Как первый пердун? На тебе в голову. Ой. Что-то сварщик говорит раньше времени. Ты пытаешься убить через текстуры? Парень. Зря вы разозлили Чику, зря. Максим. Я вижу, вижу все. Пошел. Он меня не проведет. Блин, как прикольно, так тень откидывает. Эй, ты дверь тут не ломай, осторожно. Это же новые двери, их только поставили вчера. Я обновлю их потом. Он обманул, он идет к вам. Да блин! Я закрыл дверь. Я извиняюсь, пацаны, это было просто так. Ну, проверка работает. Так, давайте проверим, что еще тут есть. Место Фокси есть. Ой, извини, блин, у меня психологическая травма просто, извините. Травма. Я готов, готов всех убивать. Блин, он громко, да, этот аниматроник убивает? Аниматроника. Очень громко. Да нормально убивает. Ты где, Дим? Я иду, я иду. Привет, Дим. Куда ты идешь? О-о-о! А тут спаун, да? Я вас здесь пришел. А, ты решил закрысятничать? Да. Так. Ты не пройдешь. Яр Фокс. Ты где? Чего себе ты глючишь? Прикольно. Отлично. А вы слышите вообще то, что я говорю? Да, слышно, слышно. А что ты? Драгон, давай беги сюда. Да я иду, пацаны. У вас есть да шанс сейчас. Да Драгон, иди ты в жопу. Если сейчас кто-то из вас не успеет закрыть дверь, вы умирать будете все. Да? Да. Успел. Успел, успел, ну, успел, потому, ребята. Я вижу тебя. Пытаемся Дим, обмануть. Я тебя вижу с дверного проема. Вот с окна вот видно просто вход в пиццерии. Ты постоянно там тусуешься. Ага, расскажи. Что за окно у вас там? Вот это вот большое окно видно тебе. Оно просто гигантское, это окно, да? Да, тебе тут отлично просто видно. Так, надо что-то предпринимать. Я даже в окно не смотрю. Чё полез? Чё лишь ползёшь? Закрывай. Дурак, я закрыл дверь. Не, я схватил его за жопу, у него жопа не успела кого пролезть. Кого ты схватил? Ты его схватил, а не нас. Я вообще лежу в другой части двери. Ты чего здесь? Прёшь, ну. Эй, будешь летать, аниматроник будет убивать. Я тебя распилю в большую часть. Пока есть добрый режим. Он просто ходит, никого не убивает. Просто идет. Знаю я твой добрый режим. Открой ему дверь, он у меня. Уходи, Бонни. Прикольно, да, звучка? Да. Ты так окно режешь, мужик. Я его просто, я хочу прорезать. Этот Бонни бьет по области, они все эти бьют по области. Неудобно. Звучка в топу. Открыто. Думаешь, я не вижу тебя и твои уши, которые торчат со стены? Зайди обратно, Драгон, дальше. Да. Ты там же стоишь. Убег. Енот, он за углом стоит. Блин, не успел, ну еще чуть-чуть. Бежит, бежит. Да блин, так... Так, ультрафиолет, ультрафиолет, какой-то стрёмный у вас там свет. Значит, мне нужно взять намного быстрее аниматроника, чем я сейчас беру. Я тебя вижу из окна и уже закрываю дверь. Да? Да-да.
О, бежит, бежит, бежит. Да блин, смотрите, еще бы чуть-чуть. Убежал. Максон, готовься бежать к тебе. Не, так не работает. Енот к тебе бежит. Да не работает это. Да ну блин, ты конченый. И он к тебе, енот. Едва, хочешь скажу, я увижу, как он бегает. Опять же. Ты потому что вышел. Так, подождите. Ах ты тварь. Давай тебе лечить драгона. А ну-ка. Вокруг побежим, давайте найдем. Я убийца же или кто я? А как я это сделал? Потому что ты по области бьешь. Я пробежал, возле карты пробегал, и так получилось. Так, крыши здесь нету. Yeah. А подвал, давайте подвал почекаем. Подвала нету. Подвала нету, блин, было бы прикольно, если подвальчик туалет был бы. Есть. Да тут туалет есть. Ну, ты видишь, какой ты проницательный человек, заметил такую фишку. Там места в туалете есть. Не столь отдаленные. Усим бегает, бегает, ну шест. Что ты там бегаешь? Так, я сейчас возьму такого аниматроника, которого вы не сможете отследить. Ты правда в туалет зашел? Он в туалете, я видел его. Ребята, смотрите, как надо красиво играть за аниматроника. Никого-то невидимого взял. Пацаны, это пятая ночь, вы уже прошли до пятой ночи. А я тебя вижу, ты. Блин, как-то стрёмно, это что, так сильно видно меня, да? Да, тебя свет, который ты сам поставил, тебе видно твою тень. А я ладно, я все равно увижу тебя. Ой, так вообще... Можно фонарик выключить. А не видно, так не видно. Видно, видно, вот он, ты передо мной стоишь. Я даже не вижу его. А где он, ребят? Даже я вижу. Вот она. Да он забрал. А че вы не это ничего не смогли сделать? Максим правую дверь, я левую контролирую. Драгон вообще крыса. Отлично, отлично, ребята, я смог. Я смог. Ах ты, Голден Фрей. Да, я очень быстрый и летающий. О, Драгон, привет. Ну давай. Вон там был. Головешка. Так, иду. Ты Фредди золотой. Я вижу тебя. А дверь уже закрыта, все, можешь возвращаться. Да, Фокси, ты... Ага, вот тебе светило. Пошел вот. На тебе, засветися. Да хватит слепить. Максим, давай. Сдох. Боже, так втроем. А что я не встаю? Светим тебя. Да блин, я нифига не вижу. Вы ослепили. Да что он ломается, как кусок аниматроника? Уйди. Все, пацаны, я поломался. Не, мы тебе не пойдем. Да, точно. Что не верю. Идите, идите, выходите. Не, я не, поломался. Не, не верю. Не, мы я поломатый. Посидим. Я да вижу, выходите, ты, не я бойтесь. Не бойтесь. Ты бегаешь, сволочь. Как-то странно он бегает, вы обратили внимание? Да, ты что-то на месте как-то это. А и когда, короче, наверное, ты лежишь, можно нажимать альт, давай, и вот такие... Давай, ты сможешь. Я смогу, тебе, пацаны. Давай. А что со мной? Давай, да давай. Да что, я со мной рахит, пацаны, помогите. Красиво обманул вас. Блин, это было красиво. А у вас закрытые двери были, у вас открытые были? Нет, у меня открыта дверь. Я знал, что ты обманываешь. Ой, твоя чика сломана. Бежит, енот. Ух, успел, успел. Я успел два раза открыть закрыть дверь. Не буду. Молодец. Да. О, Дим, я тебя вижу. Как дела? Марионетку взял. Марионетку взял. Сломана. Опять и бежит к Максону теперь. Нет. Нет, нет. Бонни взял сломанного. Лежит Бонни. Смотрит по сторонам. А ты как меня видишь, подлец этакий? А у него тоже примочки для халявной жизни. Пошел в туалет. Туалет пошел. Не пописывай. Пошел на сторону. Ты думал, что я не догадаюсь, что ты палишь, крыса? Да, я крыса. Не надо палить. Дим, я тебя вижу. Все, сейчас, короче, будем играть по-честному. У вас должна быть одна дверь открыта. Если я смогу вас за минуту подловить, то вы победили. Если не смогу, то вы проиграли. Но я не могу быть невидимым, только видимым. А, ты взял жирного. Вы готовы? Да нет. Да, кошмарная. Ну что, игра начинается. Марионетка быстрая, нереально. Шанс номер два.
3, 2, 1. Пацан, ровно минута вам. Пин ауто ушел. Нет. Пин... Нет. Я смотрю, я смотрю. А, на енот, Максон. Есть! Есть, есть, есть! Есть, да. Дурак, что ли? Нет. Ну давайте еще одну попытку вам дам. Слишком еще одну попытку. Слишком быстрый. А, это нереально, дверь закрыть даже. Да, она закрывается, и ты просто ты своей головой придавливаешь дверь. Ну давайте, давайте сейчас вот смотрите, я сейчас отбегаю, давайте затестим. Успеет отбежать, когда вы успеете вы закрыть дверь или нет? Давай. Оп-оп-оп. Видишь? Вот это скорость. Я убил. А я остался. Да ты задрал, оставальщик. Пацаны, давайте по-честному, вы сегодня хорошо играли, и можно сказать, что ничья. Но я использовал читерских аниматроников, они реально какие-то очень мощные. Чего ты там ложишь? А я ничего не делаю, пацаны. А, это не ты был? Ну ладно. Не. Вы сделал бы, ладно, потеряешь. Да просто обычно вы взрываете, в этот раз, думаю, я взорву. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотри мои ролики, еще. Мало взрывов. Мало. Мало? Конечно.